После матча Академии Ротор Ангушт, футболист Академии Ротор Артем Котельников. Артем, не получилось сегодня выиграть. В первом тайме имели много моментов, не забивали, и в итоге потеря очков. Чего не хватило сегодня? Реализации моментов. Переволновались, скорее всего. Очень много противоположной команды соперников тянуло время, и нас это как-то сбило, если мне так кажется. Сегодня было много эмоций, там выясняли отношения. Тут это тоже как от соперника пошло, или, может быть, тоже перекипели сами? Перекипели, наверное. Эмоции захлестнули, да? Ну что вот уже тренер сказал после матча, какую-то оценку сказал? Ну, сами виноваты, то, что проиграли. Нельзя было терять очки в этой игре. Должны были выигрывать, но сами себе, можно сказать, забили. Желаю удачи в следующих матчах. Спасибо. Спасибо. Сейчас. После матча Академии Ротор Ангушт, главный тренер команды Ангуш Казбек Тариев. Сегодня первое набранное очко, такой тяжелый матч получилось. Вот ваши эмоции, что уже сказали ребятам после игры? Ну, надо сперва отметить, я считаю, соперника. У нас дело то, что соперник сегодня был уверен, что дожмет. В принципе, игра была ихняя, ребята давили, они были уверены, отпускали время, думали, что в любой момент могут забить. Я играл это против Ротора, сыграл, а у нас наоборот. От оборотки сыграли, выложились до последнего, сколько смогли, за счет этого только и смогли, как говорится, отбиться, попроще говоря, по-народному. Отбились 20-80 минут, и первые заработанные очко. За что их поблагодарить, в принципе, ну что-то как можно за это благодарить. По большому счету, если так взять, ну там уже определились, да, в этом составе, кто останется, если нас СФС оставит на следующий год, те люди, которые останутся. А кто мы уберем, это как бы мы, уже как бы задача закрыта. Поэтому они сейчас пытаются показать, что они что-то могут. И вот на этих дополнительных силах за счет этого появляются, что понимая, что завтра может остаться без команды. За счет этого, мне кажется, мы еще и отбились от Ротора. Хорошо, спасибо и удачи в следующих матчах. Вам спасибо, удачи. Еще раз счастливо всем. Счастливо. После матча Дени Хаштыров, эмоции после игры получилось очень тяжелое, много борьбы. Как из ворот это наблюдалось и смотрелось? Ну, из ворот, во-первых, понятное дело, надо было игру строить на подсказе, если даже можно сейчас услышать, у меня пропал голос абсолютно. Но, на самом деле, после таких игр очень приятно так сесть в раздевалке, просто отдохнуть, потому что мы все-таки смогли вырвать эту мячу. Эмоционально и психологически сейчас после этого результата, учитывая предыдущие поражения, как-то будет попроще? Конечно, гораздо легче теперь будет играть в следующие игры. Мы уже будем надеяться не на ничью, а на победу, конечно же. Потому что сколько, 15 поражений подряд, и наконец-то долгожданные первые очки. Это очень приятно, и эмоции просто бешеные. Спасибо. И желаю. Можно? После матча главный тренер Академии Ротор Дмитрий Хакимов. Ваш комментарий по игре, мне кажется, складывалось в пользу вашей команды, но не удалось использовать свои моменты. Чего не хватило? У нас команда победила еще до начала игры. И поэтому от этого все мы и идем. Все нереализованные моменты, все брак в передачах, это все конкретно по этой игре из головы. Не надо игры выигрывать до того момента, пока она еще не закончилась. Она еще не началась, мы уже, по-моему, 3 очка в карман положили. Эмоции, которые были, в том числе и у ваших подопечных, это все-таки тоже вследствие недооценки оппонентов было? Или что-то другое просто уже, другой какой-то фактор повлиял на это? Эмоции были. Это как бы, ну, эмоции. Эмоции, играйте в футбол, все будет хорошо, забивай моменты свои, никаких эмоций не будет. А когда ты ничего не можешь сделать, тогда начинаешь искать причину в других, а не в себе. И сразу все судьи виноваты, соперник что-то так как-то не так с тобой обращается. Это все, опять же, следствие вот этой вот недооценки. А потом уже, когда
поняли, что катастрофа приближается, а уже ничего сделать не получится. Так не работает в футболе. Спасибо за комментарии и удачи в следующих матчах.